Опачки, а что у нас здесь? Hope you like this gift. Good luck. Have fun. Я Павел, если что. Ну, тот, который слепой. Спасибо большое, Павел. Ох, не кисло. Вот это подгон. Вот это подгон здравы. Ни хрена себе. Спасибо большое, дружище. Спасибо, спасибо, реально спасибо, это очень круто. За него я точно погоняю, спасибо. Смотрим от всей души за все страдания и так далее. Ватич. Full set. Спасибо тебе большое, Ватич. Спасибо. Подоспел из full set, только кирки не хватает. Так, держи для full set, это твой любимый и сап Влад. Кирка подъехала. Спасибо большое, Влад. Спасибо, full set, ребят. Это full set. Друзья, всем привет, меня зовут СПТ, вы на канале Не Спит. Сегодня у нас 6 апреля, 3 часа ночи, наш ежедневный магазин, рубрика «Чё почём». Давайте смотреть, что нам сегодня закинут. Сегодня у нас полное обновление магазина, надеюсь, с новинками. Ну и боевые уровни пока что, мне кажется, рановато закинули, можно тоже подубрать. Хрена с 2 у нас новинки, у нас, ребят, все по старой этой. Раптор, которого не так давно закидывали, вот прям вообще не так давно, я не успел по нему соскучиться, честно скажу. Скинчик мне этот не очень нравится. Его ледяная версия, которая продавалась за 1000 рублей, мне нравится больше. Она чуть-чуть поприкольнее как-то. Рюкзак, как по мне, тоже такое себе. Вообще, прям такое себе. Ну, из-за того, что он старый, конечно, две штуки — это его цена. А так, если бы сейчас он выходил, за две штуки, мне кажется, его хрен бы когда взяли. Вот прям вообще бы хрен бы взяли. Слюрпик зато. Зато всеми любимый слюрпик. Если вдруг кто еще не купил, можно взять. Давайте я вам покажу звук. Звук полупустой буквы. Буквы, господи. Бочки, буквы. Конец трансляции, уже все, башка не варит. Звук полупустой бочки. Болтающаяся жижа. За полторашечку с вот этими эффектами воды. Ну что я могу сказать, ребят? Эффекты воды такие уже у нас есть в кирке карася, в кирке глыба. Поэтому, в принципе, на, если вы чисто из-за них, то можно сэкономить. А так кирка, конечно, бомба. Офигенная. Здесь все понятно. Заходим здесь. Здесь у нас наша бомбистка, которую, в принципе, ждали. Но не столько ее, конечно же, сколько из-за кирки, до которой мы сейчас дойдем. Но бомбистку тоже любят, ребят. 1200 без рюкзака. Тоже очень старый скин. Это прям классика Фортнайта. Что о ней сказать, ребят? Я не беру такое. Я такие полуклассические не ношу, поэтому мне не особо она интересна. Я бы ее не носил, даже если бы она у меня была на данный момент. Вот если бы слюрп у меня был, слюрп бы я носил. Эту фигню, ну, блин, нет. Я бы ее не носил 100%. Мне она не очень заходит. Нет. Вот темная, если бы была, темную бы носил. Эту не очень. Пацанчик веселый стрелок за полторашку. Пацанчик мне нравится еще меньше. Пацанчик мне вообще не заходит. Особенно его рюкзачок вот этот. Ну, такой себе прям. Мне не очень нравится, как он выглядит. Прям такой себе. Хреново. Не знаю, не мое. Это явно не мое. Рюкзачок под женские скины. Они специально, зараза, сделали, разбили, что кайф под бомбиску, вот этот рюкзак. И из-за этого приходится сразу два скинчика брать. Это прям такая вот задел такой прикольный. Специально развод. Ну, мне этот скинчик не нравится, как тут о нем особо говорить. Плюс полторы дороговато уже такое. Так, теперь радужная долбилка. Вот это в этом сете просто офигенная тема. Это одна из моих любимых кирок. Она единственное, что у меня чуть-чуть сдвинулась после, конечно, выхода темной, но я ее очень люблю все равно. Под яркие веселые скины я ее беру. У нее рок, ребят, не буду очередной раз показывать вам после аутро эту кирку. В подсказках вылезет какой-нибудь из старых чопочем, где после аутро я показывал эту кирку. Все ее, в принципе, прекрасно уже видели, все ее знают, все ее любят. И у большинства людей она уже есть. Если вдруг нету, ребят, рекомендую к приобретению. Рок растет, становится, светится радугой, выглядит эпично. Звук как волшебная палочка. Офигенно. Ее в комментах ждали много людей. Сразу говорю и предвижу просто ваши вопросы, какая лучше, темная или светлая кирка. Темной бомбистки или светлой.
отделю их, ребят. По моим скинам, которые у меня, они у меня в основном все в темной тематике, там Хэллоуин, вот такие вот все. И, конечно же, лучше для темной бомбистки, но когда я играю за что-то веселое, там яркое и так далее, я беру радужную долбилку, она также офигенная. И обе кирки у меня есть, обе офигенные, но темная мне нравится в целом больше, потому что я больше играю за темные скины. О, смотрите, у нас теперь на постоянку зашел сюда этот дельтик. Ребят, надувная это, единорожек надувной. Его теперь сюда закинули. Раньше они были без него же. Теперь он здесь у нас. Ржака, 1200 дельт. Это, конечно, ржака. Я бы его юзал под шалтай-болтай. Вот этот надувной скинчик, который деваха и пацанчик. Я себе деваху покупал. Под него, конечно, это самое то дельтик. Вообще забавный. Есть под что юзать, есть. Но брать, как говорится, я его уже не буду. Я стараюсь старые дельты уже не брать. Он уже выходил несколько раз, и сразу я его не взял. Сейчас уже не хочется, скажем так. Но если бы это, наверное, бы на нем играл. Да. Здесь мы посмотрели. В общем, поздравляю всех больше всего, конечно, с радужной долбилкой, потому что в комменты ее хотели. Нам оставили уровни боевого пропуска. 600 V-баксов, 10 уровней. Тут все понятно. Если у вас меньше половины... Прошла уже половина сезона, если у вас меньше 50 уровня, скорее всего, уровни вам пригодятся, поэтому можете рассмотреть эту покупку. Вот такая у нас топовая эмоция. Мне очень нравится эта эмоция, прям классная. Если бы я их юзал, ребят, почаще, относительно того, что я юзаю, кроме Гордона практически ничего не юзаю, поэтому я эти эмоции не скупаю, но вот это бомба. Давайте я вам покажу на новом скине, который мне, ребят, подарили сегодня. Спасибо за это. На новом скинчике как раз в тематику. Бомба. Это просто идеальное сочетание после вчерашнего этого. Офигенно. Давайте классический женский скин, которыми большинство людей играет. Давайте вот деваху без маски. Ее много тоже купило людей. Я смотрю, в основном без маски за нее играют. Я с маской гоняю, но большинство без. Есть. И давайте нашего какого-нибудь банана не буду. Давайте ящера. Забавного. Ящер будет хороший, я уверен. Ему, кстати, тоже. Он же типа ниндзя. Ему это та же эмоция по самое то. Но есть у меня предположение, что сзади он такой себе. Ему перекачали ягодицы прям. Прям жестко перекачали. Так, смотрим здесь у нас что. Здесь у нас пурпурный защитник. Друзья, я себе его покупал. Прошу обратить внимание на пурпурном защитнике. Во-первых, он стоит 800. Им добавили стиль, ребят. Вот это стандарт, который был у нас всегда. Вот этот стиль добавили. Когда добавили стиль, я себе ее докупил. Потому что, ну, не знаю. Так, чисто больше для коллекции. Прикольно. Мне нравится. Почему нет? За 800 почему нет такая? Китайский Новый год, сразу понятно. Тейкс. Новая обертка. Змеиная кожа. У нас аналогичная в боевом пропуске же есть. Еще и за 500. Ну, такое покупать 100% не буду. Серпентари. 100% покупать не буду. У нас же в боевом пропуске такое что-то есть. Что-то ж такое у нас уже есть. А, вот это, да? Чешуя дракона. Ну, короче, нет. Я такое брать не буду, 100%. Я считаю, 500 это дорого. Просто, что он с золотом немножко, да? Или что это? Ну, нет. Я считаю, это очень дорого. 300 предел, потолок вообще. Агрессор. Стандартный скинчик, ребят, который вы так любите. По 800 еще и деваха, которую больше всего, мне кажется, нравится людям. Вот. Ну, я такой не люблю. Я такой не ношу. Все понятно. Игра. Удар. Мне напоминает это супергеройское приземление. Опять-таки, эмоция неплохая. Но мы такой не юзаем. Так, что там вам бананчика показать? И
и что-нибудь ваше любимое там, не знаю, где там. А вот как раз таки деваху и покажу. Которую нам закинули. Здесь все понятно. Так, лобби. Яркая окраска в магазине предметов. Появилась обертка, змеиная кожа, а также экипировка бомбистки, делистки и раптора. Ну, новое оружие, понятно. Ну и то, что нам горно заспойлерили, ребят. Ну это даже не за спойлер, это официально тизер скорее. Не спойлер, это нифига. Восьмой неделе. Представляем экипировку восьмой недели, сейчас шестая. Рановато, как по мне, рановато. Еще две недели, можно было бы еще недельку подождать. Может, они боялись, что начнут сливать и так далее, и поэтому его сразу выкинули. Если так, нет. А по внешке мне напоминает Темного Рыцаря. Если он будет таким, будет, ну, будет прикольно для тех, кто недавно играет, потому что они его перерисуют круто. Для тех, кто давно играет, конечно, я думаю, у них чуть-чуть подгорит. Магазин. Ребят, если вы заметили, у меня огромная пачка V-баксов. Вы спросите, откуда я их взял, ребят. Как всегда, Алексей нам профинансировал. Суббота и воскресенье мы будем играть кастомки. Призовые будут разыгрываться. Победители будут получать или платные подписки, или скинчики из магазина. То есть V-баксы нам нужны, чтобы завтра на кастомках с полдесятого вечера до трех ночи фигачить, раздавать вам, ребят, вот эти вот вещи победителям. Так что приходите на мою трансляцию, жду всех. Выдача пароля будет, ребят, через Discord. Так что все заходите в Discord и регистрируйтесь. Там специальное поле есть, зарегистрируйтесь, увидите, в общем. Я думаю, разберетесь, вы все молодцы у меня. Спасибо всем большое за просмотр. Ребят, не забывайте при покупке предметов, при оформлении подарков указывать тег автора. Мой тег автора — это SPT-083. Благодаря вашей поддержке, в том числе, я в конце апреля еду на стримфест, ребят, там с кем, кто из Москвы, увидимся, кто едет на стримфест, тоже увидимся. Так что ваша поддержка очень важна, спасибо вам за это. И не забывайте, для вас проводится розыгрыш в группе ВКонтакте, закрепленная новость, разыгрывается там 8-600 тысяч рублей для тех, кто поддерживает. Ну, тоже почитайте, все увидите. В описании под видео тоже новость есть. Всем спасибо большое за просмотр, всех жду завтра, суббота, воскресенье, кастомки. Всех жду. Давайте, удачи, друзья. Что такое? Вы получали подарок от Naval 156. Ля! Я теперь супергерой. Это мне, слушайте, в PvE отобразилось. Я перешел в PvE, мне в PvE отобразилось. Прикольно. Ну, я ж надеюсь, это в PvP. Не в PvE у меня такая эмоция. Сейчас перейду в PvP, быстро гляну. Да, все нормально. Так, давайте какую-нибудь эмоцию заменим.